сюда. Ну да, хитрая печка какая. Дырку маленькую сделал. Нормально, будет хорошее освещение от фонарика. О, какой! Ну, уже собрали еще, поехали, проверим. Сейчас самое собирать. Она еще мягкая. Сколько здесь метров? 60? 60 метров. Не мелко? А? Нормально, не мелко? Самое, красики, блядь, жарить. Придавил я корму? А вон открывашка там есть. Ничего, ладно, да? Подручный. Топором сам лучше открывать. Поучусь. Подковырнулся. Никуда. Открывашку не надо. Вон там жир плавает, елки-палки. Полбанки ты видишь? А, давай. Полбанки. Ни в одном ресторане такую еду не предложат. Это уж точно. С дикого гуся там его. С дикого гуся. Суп. Стопочки нальем. Ликерчика фирменного. Да, под такой супчик, да. Вкусный. У меня полстопочки, я больше не буду. Когда уже будет темнеть, посмотрим, насколько прибудет. Ага, ты палочку воткнул? Нет, еще одна палочка. Сейчас я вон палочку возьму. Ага. Аргаз прибудет через день. Но аргаз, она медленнее, чем зоя. Ну, медленнее. Уже переката нет. Ага. Ровно.
15. На 2 метра. Разница, но... находимся. Ага. Да, там он еще. Сегодня день какой чудесный, да? И сердито. Да. Сапоги резиновые кончились, а забрезаешь, и тапочки отличные. Тапочки. Вот так вот. О, поймал. Подсёк даже. Побил челюсть. Вот еще попался. Чебачок. На блесну небольшое, уцепился. О. Еще одного чувачка поймал. Будет у нас их два. Одинаковые по размеру вроде. Да, примерно одинаковые. Вот, да. Два карася, два чебака, щучка. Щучка, ну. А люди тонули. Что-то я слышал, парень с девушкой тут утонули давно уже. А, это потоку. Поехали собирать орехи слониковые. Ага. Там на шопке от Покровска 4 километра, а от Бабнака получается вот с Николаевска близко 16. Ну, на лодке они поднялись, набрали орех и на каменистом перекате опрокинулись и утонули обои. Все улетят. Что-то, ну, они нас тут погрызли. Сволочи. Поналетели. Вон они, блин. Писк стоит аж в избушке. Все рыбки рыболоду требует. Ну, хотя бы секунду, две, три подержали, нет, блядь. Каждую секунду. А за свою запалю. Маленько тут под навес и сжигает. Вообще красный. Нет. А мы закипятим в термос, чтобы налить. А то у нас дел сегодня много. Стою. А так, чтобы веслами работать, не получается. А оно как понятно.
Вон гриби. Утка так и сидит в озере. Никуда не девается. Не пуганая вообще. Поднять не поднимешь. Откладываем. Давай. 60 штук придет. Ну, клади 60. Так. Давай сюда накидаем еще 60. Я потащу, а ты будешь эти складывать. Сейчас мы 50 штук сюда положим. Остатки сюда. Поднимешь? О! Вот. Сейчас защелкивай. Опа. Все. А ты не подниму, не подниму. Никуда не денется. Всё.